это кадры нового российского мультфильма. Предварительный показ анимационного фэнтези «Необыкновенное путешествие Серафимы» состоялся в Нижнем Новгороде. Творческий путь создателей мультфильма начался с посещения Сарова и Дивеева. Ведь сюжет мультика связан с житием преподобного Серафима Саровского. Это дало нам необычайное вдохновение и силы, творческие силы работать. Мы для себя определили, что история должна быть максимально реалистичной. И у нас в итоге получилось фактически игровое кино, только рисованное. Этот мультфильм – знаковый проект для создателей и российской анимации в целом. Это 3D-технология, но по стилистике приближенная под двухмерное изображение. У нас рисованы фона, сделанные великолепными живописцами, так что картинка очень богатая по своему визуальному образу. Этот мультфильм – первый российский мультфильм в формате Dolby Atmos. Звук. Это 3D-звук с физическим звучанием. Главная героиня мультфильма, девочка Сима Воскресенская, лишилась родителей в раннем детстве. Она живет в детском доме и втайне хранит единственное напоминание о своей семье – нательный крестик. Вместе с Симой в детском доме живет Рита, которая однажды рассказывает ей, что дом населяют призраки. Подруга предлагает Симе отправиться в загадочную тайную каморку, чтобы посмотреть на одного из них. С этого момента Серафима оказывается в водовороте невероятных событий, которые позволяют ей пролить свет на тайну детского дома и судьбу родителей. Создатели этой истории убеждены, что она заинтересует и детей, и взрослых. Какие-то были простые персонажи, какие-то более сложные, но хватило времени, чтобы каждого персонажа вывести на свою отдельную полочку, чтобы все эти пазлы как бы сошлись. Большой кастинг был на роль Серафима Саровского, и мы очень долго слушали, отбирали голоса, и главный принцип был такой, чтобы голос, который мы слушали, мы верили ему абсолютно, то есть чтобы мы, слыша его, просто доверяли на 100%. И такой голос нашелся. Мультфильм выходит в российский прокат 27 августа.